рассказывать про тиранопсидов. У них была отличительная особенность, это завернутый клюв. Самый известный из них это трицератоп и стерокозавр. Стерокозавра еще называют шипастым ящером. Как вы думаете, почему? На воротнике у него было 6 длинных шипов. И еще десяток поменьше. Также у него был большой рог на носу. А над бровями рога не было. Воротник с шипами был защита от хищников. Но он был очень хрупким и мог ломаться. Трицератопс имеет прозвище «трехрогая морда». Такое прозвище он получил из-за трех мощных рогов на голове. Края воротников были покрыты также небольшими острыми шипами. Он был самым распространенным динозавром своего времени. Возьмем, например, хозмозавра. Кажется, что у него нет рогов. А посмотрите сзади. Сзади же есть. У него очень большой череп. И у него был воротник. Воротник был самый большой. Воротник напоминал крепкий очень щит. И там были дырки. А когда там была кожа, то тогда там были ямки маленькие. Вот, смотрите. Как он бы держал такую мощную булавину? Для этого природа придумала, хотя ее и не существовало, ямки. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале.